Привет, зрители домашней качалки. Сегодня я вам представляю еще один новый продукт нашего российского производителя. Не думайте, что в наше тяжелое время, во время кризиса, только пюре протеин может снабжать нас спортивным питанием. Есть еще компания Superset, которая на рынке спортивного питания, по-моему, уже больше 10 лет. Она нисколько не хуже пюре протеин, на мой взгляд. А может быть даже в чем-то и лучше. Так вот, компания Superset, я взял у них на пробу вот такой вот Carbo Power плюс BCA 3000. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что в порции, а порция у нас две мерные ложечки, вот эти вот ложечки, в порции две мерных ложечки на 50 грамм содержится 200 калорий, 0 грамм жира, насыщенных жиров 0, холестерина 0, натрия 100 миллиграмм, калия 75 миллиграмм, витамин В6 6 миллиграмм, полных углеводов всего 46,7 грамм, пищевых волокон 0, и из них, из вот этих вот 46,7 грамм, из них 29,7 простых углеводов. Плюс 3 грамма белка. 3 грамма белка – это как раз и есть вот эти вот 3 грамма аминокислот BCA. Также в этой порции содержится витамин С 50 миллиграмм, В1 – 2 миллиграмма, В2 – 2 миллиграмма, ниацин – 10 миллиграмм, кальций, фосфор, хлориды, янтарная кислота, ну и, собственно, лейцин 75 и валин. Но я не понимаю, как он может быть БЦА-3 3 грамма, если у нас БЦА состоит лейцин, валин и изолейцин. А здесь всего лишь лейцин. А, наверное, изолейцин просто не представлен. Написано лейцин 750 миллиграмм и валин 750, то есть у нас получается 1,5 грамма. Ну, а, наверное, 1,5 грамма у нас будет изолейцин. Вот так вот. Вкус у этого продукта фейхуа. Взял я его на пробу первый раз. Я когда заказывал гейнер, это тоже есть в прошлых моих выпусках, я заказывал гейнер от Суперсета, это можете посмотреть. И вот я на пробу, присылали мне на пробу бутылочку, там 50 грамм порция как раз. Вот именно вот это вот фейхуа. Вот это вот Carbo Power плюс BCA 3000. Carbo Power BCA 3000 – это мощнейшая энергетическая формула, предназначенная для повышения выносливости и увеличения работоспособности, а также способна восполнять жидкость, витамины и минералы во время длительных тренировок. То есть мы потеем, у нас идет потеря жидкости, с потом у нас выходят минералы, витамины, и вот эта вот смесь энергетическая, она помогает восполнить эти потери. Также Carbo Power содержит высокоэффективный комплекс углеводов с различной длиной цепи, состоящий из мальтодекстрина, полимеров глюкозы, и кристаллической фруктозы. Такое сочетание углеводов является оптимальным для обеспечения длительного и равномерного снабжения мышц энергией. Углеводы предотвращают расщепление белка и использование его в энергетических целях, а также стимулируют выработку инсулина, мощнейшего анаболического и антикатаболического гормона. Вот такая вот смесь. Carbo Power. А, еще забыл, рекомендации по применению. Я всегда всем советовал и всем говорю, что никогда не превышайте дозы, которые пишет производитель. Вот, для приготовления порции нужно взять 2 мерные ложки этой смеси. Это будет 50 грамм. Размешать в пол-литра воды, 250 миллилитров, то есть половину порции, выпить за 20-30 минут до тренировки, а остальную половину принимать небольшими порциями в течение всей тренировки.
Так что я думаю, что стоит ее попробовать. Я завтра, у меня первая тренировка по новому комплексу. Как я уже вам и говорил, я хочу позаниматься в течение полугода. Не качаться, как я вот сейчас тренируюсь, а именно в стиле пауэрлифтинга. И поэтому думаю, что эта энергетическая смесь мне пригодится. Это что-то вроде такого предтреника будет для меня, такого слабенького. Ну вот, на сегодня все. Я вас познакомил с продуктом компании Superset Carbo Power плюс BCA3000. Думаю, стоит вам его попробовать. Можете свое мнение написать в комментариях под этим видео. Ну а на сегодня все. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока.